Здравствуйте! Сегодня вы увидите нашу программу «Пермь Сити Лайф». В эту программу мы приглашаем только лучших людей, по нашему мнению. Сегодня с нами будет Ирина и Александрия Вторая. Сегодня наш замечательный гость Николай. Николай, здравствуйте! Добрый день! Расскажите нам о себе. О, это же, так сказать, целая Википедия. Может быть, начнем все-таки с каких-то более конкретных вопросов, так сказать. Что вас интересует? Вот я услышал, что вам интересно... Как проходит прямой эфир на телевидении? Дело в том, что я режиссер, ну, с 30-летним стажем, так сказать, и вот эти все 35 лет проводил так называемый прямой эфир. То есть это отдельная профессия на телевидении, так сказать, быть просто режиссером или режиссером прямых эфиров. Вот почему. Потому что в отличие от записи, когда ты записываешь программу, да, так сказать, на прямом эфире ничего невозможно изменить, переделать. Говорит, ой, ребята, извините, я сейчас, так сказать, все это. Значит, каждое твое движение на пульте, оно мгновенно приходит на телевизионные приемники, так сказать, этих миллионов, которые тебя смотрят. Каждая твоя ошибка мгновенно говорит, а! Мужик-то облажался. Понимаете, так сказать? Вот это особенность прямого эфира, когда ничего нельзя переделать. Если ты соврал, так это увидят миллионы. Если ты искренен, значит, это увидят миллионы. То есть сегодня, к сожалению, на государственном телевидении и вообще на телевидении прямого эфира практически нет. Почему? Потому что люди боятся, режиссеры, авторы, редакторы, они боятся, что вдруг зритель, который к ним пришел, что-нибудь такое ляпнет, что их всех завтра уволят. А как бы вы расшифровали название вот вашей профессии? Вы знаете, психологи попытались определить, что чувствует режиссер, когда, так сказать, он запускает эфир. Так сказать. Это практически как летчик, который поднимает самолет. Вот такие нагрузки и такое волнение, и такой внутри драйв. А ведь самолеты, так сказать, там, ну, десятки, а может быть сотни жизней, да? Вот это состояние, когда все собрано в один кулак, и ты взлетаешь. Вот так понятно. Получается, режиссер ощущает такое экстремальное ощущение во время прямого эфира? То есть, честно говоря, я думаю, почему я такой седой? А потому что вот каждая волосинка – это каждый прямой эфир, так сказать. И, между прочим, это не только я. Практически все режиссеры телевидения – это, так сказать, вот люди, буквально посидевшие на этой профессии. Не значит, что они там, так сказать, пострадали, так сказать, но вот переживание и проживание каждой секунды эфира – это колоссальный драйв. Это очень интересно. Так что если вы будете режиссером прямого эфира, вы почувствуете жизнь полной ложкой. Во сколько лет вы поняли, что это ваше призвание? Не, ребятки, давайте не уходить от такой вещи, как прямой эфир. Вот я вам скажу такую потрясающую вещь, так сказать. Посмотрите, это я рядом, молодой, так сказать, это губернатор нашего края, так сказать, его звали, так сказать, Юрий Трунко. А происходит это все на прямом эфире. То есть он только-только стал тогда губернатором, ему Москва пригласила на прямой эфир. А вот видите, это же какой-то конфликт. Это что-то они обсуждают. Они чем-то недовольны. А было так. Значит, вот как вы пришли за час, да, и он, нормальный человек, пришел за час до эфира. Так сказать. Соединили мост с Москвой, прослушали звук, картинку Москва получила, так сказать, и пошли люди покурить. И вдруг, а я там в аппаратной остался, и вдруг из Москвы идет мат. Мат! Что? Мы не видим, мы не слышим! Через 10 минут эфир, где вы все? Так сказать? Только режиссер имеет право принять решение. Так сказать. Тогда звук и картинка нашла по двум системам. Вообще на телевидении все дублируется. Через спутник, это ствол, так называемый, и через релейные, так сказать, станции, которые находятся в видимости одна от другой, и так опоясывают всю страну. Вот сигнал, это еще в 70-е годы, вы думали, подавали вот по этим релейным линиям. Но дело в том, что тут еще такая тонкость, так сказать. Трутнев не хотел этого релейного, потому что когда ты подаешь звук и картинку по релейке, чуть-чуть губы отстают от звука.
То есть как бы он какой-то такой картонный получается. И он говорит, только ствол, только прямой эфир, так сказать. А картинки нет. Я принимаю решение, все будет, садимся. За 3 минуты все появилось. Мы провели блестящий прямой эфир. Но вот я и он приняли это решение. Как идти в эфир? Либо по релейке, где звук у тебя немножко чуть-чуть отстает, буратино, так сказать, да? Либо вот прямой эфир, но он может не получиться. То есть вот этот драйв не только для, так сказать, режиссера, но и для тех, кто пришел, так сказать, потому что ведь, посмотрите, рядом с ним, так сказать, главный редактор новостей, рядом с ним, так сказать, директор РПТ-центра, рядом его команда, так сказать, которая с ним, так сказать. То есть это мощная такая силовая поддержка. И все думают, как же выходить? Очень увлекательная история, но все давайте таки перейдем к делу. Какие качества... Дело наше с вами, прямой эфир. Какие качества должен иметь режиссер? Я же вам сказал, что вот... А какие качества должен иметь, так сказать, человек, который поднимает самолет? Собранность. Прежде всего, наверное, если ты отвечаешь вот за каждый взгляд, за каждый звук, прозвучавший в эфире, ты должен знать, что все системы, которые работают за тобой, работают надежно. И они все продублированы. А иногда и трижды продублированы. То есть, в отличие от записи, где все можно переписать, так сказать, и даже можно переехать в другое место, так сказать, или в другое какое-то самое, здесь во время эфира ты должен мгновенно думать, как расположить камеры. Это тоже очень важно. Потому что каждая камера, которую ты располагаешь, должна дублировать другую камеру. Только она вылетит из эфира, да? Режиссер говорит, так сказать, ты работаешь главным. И оператор становится вот на этой запасной камере главным. Он берет главный кадр, он, так сказать, работает уже в этой экстремальной ситуации. То есть режиссер прямого эфира и режиссер телевидения всегда, подходя к прямому эфиру, должен понимать, что все у него за спиной работает трижды. То есть все продублировано трижды. И он может в какой-то степени уйти с одного варианта, перейти на другой вариант. Так сказать. Это как самолет, садишь на 3 колеса, на 2 колеса или даже, так сказать, вот на брюхо. Понимаете? Но все остаются живы. И также ты в прямом эфире должен жить, так сказать, жить, понимая, что у тебя нет права на ошибку. Ты не должен разбить этот самолет, как называется прямой эфир. А эти качества вот, нужно иметь с детства или можно их развить позже? Ведь это ведь зависит от характера, собранности. Конечно, наверное. Конечно и наверное. Но видите, так сказать, я же жил, так сказать, в дворе, таком, так сказать, Пермском. Вот, знаете, на улице Ленина существует такой кинотеатр художественный, он раньше был «Триумф», то есть первый кинотеатр в Перми был, так сказать. И вот на задах этого кинотеатра я жил в маленьком таком деревянном домике, и моя мама варила, ну, там, так сказать, жарила всякие пирожки, там еще что-нибудь такое. Эти пирожки я таскал в кинобудку и с 3 лет посмотрел все фильмы, так сказать. Вот так ко мне пришла любовь к кадру, к изображению, какому-то, так сказать, художественному смышлению, так сказать. Вот, наверное, там тогда я понял, что либо кино, либо телевидение – это моя, так сказать, дорога. А почему я сказал, что вот я же дворовой мальчишка, а там нужно было драться, там нужно защищать себя, а там нужно было, так сказать, быть стойким. Ну, расквасили нос, ну и что, так сказать, понимаете, так сказать. Не убили же, слава Богу. Вот это состояние твердости внутри, да, так сказать, ясности мышления, умение пойти на риск, но риск оправданный, когда у тебя есть некие, так сказать, запасные варианты, либо разные возможности перейти на какой-то спасительный вариант, вот экстренная ситуация. Получается, вот вы ожидаете, что вы привили любовь к себе, к этому делу с 3 лет. Ну, слава Богу, каждому человеку нужно любить себя, так сказать, не с 3 лет, как только он родился. Нет, это все неожиданно все-таки.
Просто я сейчас, осмысляя собственный путь, понимаю, что когда я с 3 лет, так сказать, бегал вот эту кинобудку и смотрел каждый фильм по много-много раз, так сказать, я научился вычислять, что такое кадр. Там, допустим, как кино делается, что панорама, так сказать, наезд. Это все как бы вошло в плоть и кровь меня, так сказать. То есть мне было это страшно интересно. Потом я поступил, так сказать, в институт. Вадим, так сказать, московский, на актерский, так сказать, потом уехал в Ленинград, учился на режиссуре театра, кино и телевидения, так сказать. Потом пришел на телевидение, просто помощником, так сказать. И от помощника вырос до главного режиссера пермского телевидения. Я работал, так сказать, в 90-е годы, так сказать, в этой должности. И тогда мы работали очень интересно, и здорово, и свободно. Я вам хочу рассказать такую историю, так сказать, она связана вот с этой кассеткой. Поймай. Эта история такая, значит, когда Трутнев и чудесный Игумнов, ну Трутнев вот это, Игумнов вы, наверное, не знаете, вот Трутнев, так сказать, боролись за губернаторство, так сказать, я выдавал последний эфир. Последний эфир, когда, так сказать, все кандидаты собрались в студии, так сказать, и предлагали свою программу. И от этого последнего эфира, мне думается, многие ожидали, кто кого победит, да? А была история, что до, так сказать, предвыборной кампании экипаж, не экипаж, так сказать, ну, так сказать, губернатор Игумнов ездил, так сказать, куда-то на север, в Березники, и там его кортеж сбил девочек. И вся пресс-служба, так сказать, Игумнова, и все, так сказать, пытались скрыть этот, ну, просто ужасный, прискорбный случай, так сказать. Что сделали его конкуренты? Они поехали, нашли эту девочку. Девочку пытались спрятать, так сказать, в санатории. Она жива, все, так сказать, но она, как бы, так сказать, получила травму. Сняли, так сказать, этот материал и привезли к нам на телевидение, так сказать, сама. За мной ходили КГБшники, чтобы узнать, а где я это монтирую, чтобы как-то помешать этому, или изъять кассету и так далее. Я взял очень хитро, я взял, поручил этот монтаж своему помощнику. И когда пошел последний эфир, так сказать, помощник, а КГБшники стоят в студии, так сказать, там около дверей, так сказать, да, он через их головы кинул эту кассету, я ее поймал, и она пошла в эфир. И этот ужасный, потрясающий случай изменил расстановку сил, так сказать, между Игумновым и Трутневым. То есть эта трагическая история, она эмоционально повлияла на избирателей, и они проголосовали за Трутнева. Конечно, они проголосовали еще и потому, что у него была прекрасная программа. Но вот этот тонкий, потрясающий момент живого, прямого эфира, понимаете, так сказать, он повлиял на такие колоссальные. А вы вот говорили, что очень сложно быть режиссером в плане морального состояния. А вот вам... Психического, не морального. Мораль — это нечто другое. Психического. Вот, психического. А как вы вот не хотели это взять все и бросить в этот момент? Как тебе сказать, так сказать? Ну вот, а балерина, она танцует на сцене 20 лет, а потом ей говорят: все, дорогая, потанцевала, отдай место молодым, так сказать. Мудрая балерина, да, она уходит преподавать, она, так сказать, готовит своих учеников, ну, как вот там, Максакова и так далее, так сказать. А плохая держится и уже ковыряется, так сказать, уже, так сказать, потыкается, все на сцене бегает. Нет, так сказать, всему, всякому овощу свое время и так далее, так сказать, лучше уйти молодым, здоровым, сильным и спокойно заниматься чем-то другим. Сейчас я не работаю на телевидении, так сказать. Я занимаюсь вот с вами, так сказать. Потом мы с Владом делаем иногда очень потрясающие программы в лагерях, так сказать, где обучаем ребят телевидению, делаем с ними ролики. То есть вот жизнь не закончилась с телевидением. Мало того, так сказать, телевидение, в которое я вошел, оно изменилось же. Если сегодня
на телевидении, так сказать, вот на Первом канале показывают нам, так сказать, как, так сказать, сидя в туалете, так сказать, опорожнить свой желудок, так сказать, это на Первом канале, понимаете, так сказать? У нас не было этого никогда, так сказать. Я с такого телевидения, конечно, уйду. Я на таком телевидении не хочу работать, так сказать. Я не хочу работать на телевидении, которое обманывает, которое, так сказать, нам лжет, рассказывает про распятого мальчика, так сказать, которого никогда не было. И потом телеканал сам извиняется, да, так сказать, вот это. То есть телевидение, в котором я работал, так сказать, это все-таки телевидение было экспериментом, дерзости, правды. То есть, ведь пермское телевидение во многом оно первопроходец. Вот никто не знает, так сказать, а «Голубой огонек» родился на пермском телевидении. Давно-давно, в 60-х годах. И здесь были потрясающие, так сказать, режиссеры. Лев Иосифович Фудлик, которому скоро будет день рождения, так сказать, и, так сказать, в Доме актеров будем отмечать его, так сказать, юбилей. То есть, честно говоря, здесь на пермском телевидении родился, так сказать, фильм про Ивана Семенова. Знаменитый, чудесный фильм. Это все родилось здесь. То есть телевидение моей поры было очень наглым, хулиганским, интеллигентным. Допустим, мы придумали здесь прямые трансляции, опять-таки прямые трансляции, с Дягилевских фестивалей Пермь, Москва, Париж. Никто этого не делал. А здесь пермское телевидение это делало. То есть вот мы не такие плохие. Надеемся, что вы будете лучше. А знали ли вы, что вы являетесь кумиром для многих людей? Какие советы вы бы им дали? Вы понимаете, так сказать, вот это древнее нашего поколения присказка «жить не положи», да, так сказать. Вот сегодня, к сожалению, так сказать, многие молодые и, так сказать, уже взрослые люди говорят, промолчи, промолчи. В нас этого никогда не было. У нас никогда этого не было, потому что, допустим, в 91-м году я выкатил свою ПТС к законодательному собранию, так сказать, и там КГБшники пытались прокалывать нам шины, так сказать, забирали документы у моих водителей, так сказать, всячески пытались помешать нам в этом прямом эфире показать митинг протеста против ГКЧП. Мы не сломились, мы закончили свое дело, мы выехали на второй день. То есть, вот, я не дам сказать, что я дворовой. Меня убить можно, так сказать, а сломать нельзя. Получается, вы должны быть откровенными и оставить свою точку зрения? Так, или промолчать. Промолчи, попадешь куда? В стукачи. В общем, смотря от ситуации. Я говорю о себе. Я не промолчу. Я много-много лет занимаюсь такой общественной работы, так сказать, то есть мы с Владом общественные активисты, мы ходим на много митингов, так сказать, на много протестных митингов, мы снимаем их, мы транслируем, то есть мы пытаемся дать людям возможность другую альтернативную точку зрения, в отличие от власти. А у вас есть ценные задачки? Да, конечно, все очень. Они все выросли уже. Как вот они относятся к вашей профессии? А им ничего не остается делать, так сказать, терпеть. А кто вас поддерживает в сложных ситуациях? Я сам. Вот понимаете, так сказать, один из принципов, так сказать, когда человек жалуется, и когда говорит, я жертва, меня там наказали, меня, так сказать, там вот обидели. Плохонькая ситуация. Не надо быть жертвой. Надо жить достойно, так сказать. Пытаться любить людей. Вот мы с Владом любим людей, кто вокруг нас, так сказать. Мы пытаемся дать им возможность говорить свободно. Понимаете, так сказать? Но если нас иногда, так сказать,
наказывают или, так сказать, там, выбрасывают из какого-то публичного пространства, мы находим другие возможности. То есть вот эта стойкость, опять-таки возвращаясь, дворовая стойкость, она помогает жить, она помогает, так сказать, сохранять в себе вот эту твердую, так сказать, твердый камушек своего достоинства. Вам машет наш главный редактор и говорит о том, что, ребята, придумывайте самые каверзные вопросы, потому что я вот тут положил массу, так сказать, своих бейджиков, так сказать, вот один, да, даже вообще, так сказать, с автографом БГ. Если узнать такой Борис Гребенщиков, вот, а есть вообще потрясающий, так сказать, бейджик, который, так сказать, пропуск на так называемую демонстрацию 1 мая, так сказать, который я тоже проводил прямого эфира, так сказать, или там 7 ноября, так сказать, на нашей площади, так сказать. На самый лучший вопрос, так сказать. Вот у вас осталось 3 минуты или 4? Как раз в данный момент я хотела вас спросить, а вот чего вы достигли? Какие у вас есть победы, может быть, в своей жизни над самим собой? Ну, мне кажется, самая лучшая победа — я не стал подлецом. Я никого не предал, так сказать. Я старался действительно жить искренне и с удовольствием. То есть человек, который живет без удовольствия, он скучен, он не интересен никому. Вот живите с удовольствием, живите, так сказать, щедро, будьте распахнуты, и тогда к вам потянутся, да? Ну, он же еще с риском получается. А жизнь вокруг нас, так сказать, ну, как бы сказать тебе, не располагает к диванному такому положению, так сказать. Нет, конечно, можно жить на диване, да? Но если ты хочешь чего-то добиться, надо жить с риском. Надо пытаться делать свое дело и не бояться риска. Вот Влад сейчас нас снимает в гуляющей камере, которую я страшно не люблю, потому что, так сказать, все как бы, так сказать, традиционные режиссеры, у них, так сказать, все так расписано. Правая камера, левая камера, крупный план, общий план, наезд, так сказать. А он придумал сам такой вот прямой эфир, когда он снимает, вот, гуляет, так сказать. И я заразился этим, так сказать, и стал, кстати, хочу вам сказать, снимать практически так же, так сказать. Я вам сейчас вот попытаюсь показать крохотный ролик, так сказать, который я снял вот практически вот так же. Сейчас мы его попытаемся посмотреть. Это вот такая гуляющая камера. Это в музее фильм, потрясающий, так сказать, джазист. Ближе к камере сделайте поменьше. Подойдите. Еще. Нет. Еще. Я хочу, чтобы девушки тоже увидели это. Мы видим. Нет, смотрите, как камера спокойно и хорошо гуляет вокруг музыканта. И она показывает и крупно, и, так сказать, детали. То есть его пальцы на саксофоне. А этот человек, человек-оркестр, он играет на всех джазовых инструментах. И он председатель нашего джазового фестиваля, так сказать, «Джаз и характер». Действительно, очень интересно выглядят все детали. То, что нельзя посмотреть на большой камере. Ну ладно, значит, завершаем, да, наш с вами разговор. Что бы вы хотели еще спросить? Лично мне интересно, с какого года эти бейджики? Я же тебе сказал, так сказать, они, вот, допустим, это с этого года, да, так сказать, вот видишь, 15-й год, да, так сказать, это БГ был у нас в 13-м году, да, это, я же сказал, уже 87-й год, да. Да, это вот только что закончилось Флортиано, а вот это смешной бейджик, так сказать, Макс 2005, и он, в отличие от этих бумажных, да, он, смотрите, какой, так сказать, в нем код, в нем специальная строка, то есть ФСБ, так сказать, когда подсоединяется, она мгновенно читает, кто это. Угу. То есть вот есть разные бейджики, так сказать,
Но я хочу вам сказать, что, честно говоря, эти все вещи не спасают от конфликтов. У меня была встреча с Ельциным, так сказать, и мой чудесный журналист, так сказать, Галя Ибрагимова, так сказать, мы идем на встречу к Ельцину, она хочет взять у него интервью, все было договорено, так сказать, и вдруг охрана берет и жестко ее прижимает к стене, а мы продолжаем снимать. Ельцин проходит мимо нас, улыбается, мы поворачиваем камеру за ним, так сказать, идем дальше за ним, и он идет навстречу к народу на митинге, он это произносит все, а мой бедный журналист Галя Ибрагимова, прижатая к стене двумя охранниками, остается с микрофоном. Понимаете? Тогда что-то случилось, где-то там кого-то взорвали, и охрана Ельцина была настолько напряжена, что она любого человека, кто приближался, так сказать, к Ельцину, мгновенно отсекала. То есть это не только, так сказать, сладостная профессия, но и опасная. Заканчиваем. Сегодня у нас был очень замечательный гость. Мне очень понравился. Очень понравилось разговор с вами. Я хотела бы быть будущим видеоблогершей, я учту все эти пожелания. Вот. С вами была Ирина и Александрия Вторая. Еще я хотела сказать, что каждый для себя в этом видео нашел что-то новое, и определенный вывод сделать нельзя. Пусть каждый его сделает для себя сам. А я хочу подарить для девушки, которая говорила со мной, так сказать, вот этот потрясающий автограф БГ и вот такой же. Спасибо большое. Пока. Пока. Пока.